Хочу обратиться к председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу с просьбой обратить свое внимание на произвол и беззаконие, которые творят на территории Хабаровского края судьи и правоохранительные органы. Вот это тот самый дом, строительство которого в 2014 году вложил деньги и в итоге остался и без денег, и без доли в этом здании. То есть мошенники все зарегистрировали на себя. Сколько вам фактически было внесено строительство? Ну, и было внесено около 14 миллионов рублей. То, что произошло со мной, может произойти и с каждым. Такое ощущение, что живешь в пустыне. Кричи, не кричи, никто тебя не слышит. Это вот самое страшное, то, что сегодня происходит в нашей стране. У меня был небольшой бизнес, то есть небольшая региональная страховая компания, вот, которая больших оборотов не имела в силу того, что мы все-таки не самый денежный регион в России. Да? Вот, и предприятия у нас тоже, которые там финансовыми средствами обладали, свободными не так уж и много. И с каждым годом этих предприятий становилось все меньше и меньше. Вот, а в 2014 году, когда кризис возник, то есть, я понял, что надо продавать компанию, хоть какие-то деньги выручить, или иначе просто можно будет вообще крест на всем поставить и ничего не иметь. В его бизнес, так скажем, в его с недвижимостью, да, объясняю, да. То есть это был такой фактор необходимости быстро вложиться во что-то, пока вот не поздно, или все-таки какое-то доверие было, я не знаю. Нет, объясняю. В 2013 году, компанию я продал в 2014 году, а в 2013 году я от него узнал, что он строит, принимает участие там со своим каким-то напарником, строят они здание. То есть купили два участка земельных, как оказалось, один из участков — это бывший участок, где стоял дом моей бабушки. Шилов как-то, участие в строительстве принимал, но как-то непонятно, то есть по мелочам по каким-то. То есть в основном все расходы нес я. Вот, а забыл еще такой момент упустил. Я вошел, договор подписал 20 октября 2014 года. Вот, а 17 декабря 2014 года Шилов в одностороннем порядке оформил здание целиком на себя. Несмотря на то, что был заключен договор, да, в договоре были расписаны доли каждому по 1/3 в этом здании. Мы все на доверии, это так, между собой. Когда судья затребовала предоставить документы, подтверждающие расходы по строительству, я-то сразу предоставил, у меня эти документы были. А та сторона предоставила через полгода. Из источников, близких правоохранительным органам, заслуживающих доверия, мне удалось узнать, что мой вопрос уже давно решен людьми в больших погонах.
пользу мошенников, и что если я и дальше буду обращаться с заявлением в вышестоящие инстанции, то мой труп всплывет в Амуре. Именно так мне передали на словах. Здание построили, а поделить его не могут. Долевой спор возник между хабаровчанами, которые вложили свои деньги в возведение трехэтажного объекта в центре Хабаровска. 3 года в этой истории разбирались суд, прокуратура и другие органы. В результате вердикт оказался неожиданным. Андрей Первишин утверждает, что вложить деньги в строительство дома на улице Цемлянской ему предложил знакомый. Но ближе к сдаче объекта хабаровчанин узнал, что здание зарегистрировано только на одного собственника. Инвестор заподозрил партнеров нечестности и обратился в суд. По словам бывших партнеров, а ныне собственников здания, Андрей Первишин вложил в объект гораздо меньше денег, чем заявляет, около 6 миллионов рублей, и то на стадии благоустройства. В результате судебных разбирательств стройку и вовсе признали незаконной. Суд индустриального района постановил здание снести. То, что на здании отсутствует обшивка, да, то есть сняты листы фасада, в 2017 году было принято решение о сносе здания, то есть которое вступило в силу. Вот. Ну, чтобы создать видимость, что это решение исполняется, в 2018 году вот они пару листов фасада сняли, вот, и тем самым делают вид, что они как бы исполняют решение суда. Мною подано 12 заявлений о привлечении к уголовной ответственности следователей и руководящих сотрудников Следственного управления, Следственного комитета края, прокуратуры края и судьи районного суда. Приставы захотели, да, вот, наложили арест на квартиру. А на каком основании? У меня деньги отняли, и меня же еще и наказали. То есть арест на квартиру наложили, еще и штрафов мне выкатили за то, что я еще должен мошенникам деньги заплатить. Но это вообще ни в какие просто ворота не лезет. Ну а зрителям я вот обращаюсь с единственной, наверное, просьбой распространять это видео. Потому что чем больше будет фактов таких предаваться огласке, тем меньше преступлений будет. Потому что кто-то из великих сказал, что все самые страшные преступления на свете совершаются с молчаливого согласия окружающих.